Гражданина Казахстана Илью Пьянзина, который подозревается в подготовке покушения на Владимира Путина, могут приговорить к пожизненному заключению. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в российских спецслужбах. Минувшую субботу Пьянзина экстрадировали из Украины в Россию. Его доставили в Москву спецбортом. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Лефортово. Допросы, как ожидается, начнутся сегодня. Москва попросила Киев выдать еще одного обвиняемого – Адама Осмаева. Однако его адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Экстрадиция отложена до рассмотрения иска.